По моему мнению, в США уже ехать никому не стоит, потому что здесь есть очевидные минусы. Первое, здесь вообще отсутствует общественный транспорт. Если мы не берем в расчет такие города, как Чикаго, Нью-Йорк и Бостон, то жизнь в США просто невозможна без автомобиля. В шаговой доступности нет магазинов. Если вы живете в пригороде, как и большинство американцев, то вы не сможете дойти до магазина пешком. Нужно будет ехать на машине. На улицах США абсолютно пустынно, люди вокруг просто не гуляют. После Европы, например, это выглядит очень странно и непривычно. В США один из худших декретов, точнее, его вообще нет. Женщины выходят на работу через пару недель после родов, а то и отвечают на звонки прямо из родовой палаты. Сотрудница может взять отпуск до 12 недель, но он будет неоплачиваемым.